Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ух ты! Ой, ой! Все, нормально. На яхту. Куда? На яхту. На яхту? Ты что, будешь прям на яхте кататься? Даш, это правда? Ты не боишься? А я бы боялась. Ну, я, если честно, боюсь на самом деле до сих пор. Но девчонки не боятся, они отважные, да? Ну, давайте, идем искать. Нас будет катать капитан Тимур. И обещали нам дать порулить даже, между прочим, да? Вы знаете? Ух ты! Да. Вперед на поиски Тимура. Мягкий. Девчонки ищут капитана корабля. Тимур! А вот где-то здесь. Где-то здесь? Ступеньки. Нашли еще одну тропу. О, нам сюда. Ой, иду. Ой, пробираюсь, девочки. Хорошо, дочь. Девчонки таки дождались. Идем на яхту. Прыг. Ух ты. О, вон наша. Она прикольная. Яхт много. Но мы сейчас выберем нашу. Капитан пришел. Вот она. Ух ты. Аж настроение поднялось. Да, вы уже и спать легли. И все для пикника начали кушать потихоньку. Мы уже думали, что не приедет капитан, но нам заменили капитана, и мы все-таки поедем в эту увлекательную поездку. Космина наша яхта называется. Вот такая. О, классная. Я думала, такая. Ого, такие паруса высокие. Ага. Супер. Сейчас капитан. А мы с мотором просто, чтобы выехать из бухты, да? Вы заводите? Да, такие подойти. А потом на парусе, да, пойдем? Ух ты! Ура! Дашуль, ты что, будешь управлять яхтой? Да. Ты будешь парусом рулить? Нет. Тебе нравится? Нет. Нет? Вместе с Никой? Да. Даш, нравится тебе? Нет. Классно? Но Дашуле придется, вы помните, да, надо будет спа-жилет одеть обязательно. Да. Дашуль, ищешь капитана? Даже не терпится поехать поскорее, выйти уже в море. Нам всем уже не терпится. В море под названием Днепр, да? Рули. Выходим. А когда падает? Поднимаем парус. Класс. Даш, прикольно, правда? Командор, вон идет та яхта, которую мы ждали. У нас такой голубой красивый парус. Цвета неба. Порулить. Порулишь потом попозже. Примерно как снимать. Пока плывем, да, в заливе, поэтому плывем медленно. А когда выйдем в Днепр, будем ловить ветер. Ну вон командор идет, если хотите вот так походить, можете перейти. Нет, мы так не хотим походить. Командор идет совсем косо. Хорошо, что мы не поехали на этой яхте. Это на другую галку. Классно. Девчонки, привет. Привет. Командор проплывает мимо. Машите ему рукой. Мы его уже негласно любим. Здрасте. Всего хорошего. Собираемся кушать. Проголодались. Показывайте, что у вас там есть. Пока наш теплоход нас везет. Парусная яхта. Девчонки будут перекусывать. А что это за сок у вас? А, это ж я в эколавке покупала. Это хороший сок. Это как бабушки с дедушками в селе делают. Это вы его уже надпили, я смотрю, да, Ним? Интересно. Ого. А это что такое? Не знаю. А ну, девчонки, открывайте. Сказали, что это что-то для деток. Детки берут с собой в школу, а вы берете с собой на яхту. Давай. Даша, покажи. А я не знаю. Что ты, стаканчик? Может, там какой-то коктейль? Печенюшки! Печенюшки! Покажи, какие печенюшки. Класс. Да, я попробую тоже. Ой. А мне? Можно? Спасибо. Это знаешь, какие печенюшки? Как домашние. Дай мне, пожалуйста. Девчонок. Уху!
Ну что, это как на катере, девчонки, или круче? Не, покруче. Покруче? Купаться будете? Нет. Почему? Дашуль, ты ж хотела? А Дашуля ж купальник хотела. Передумала. Чё передумала? Не? Дашуля кушает, она занята. Ну такое, ну яхточки все равно, маленькие такие моторчики. А вот Мотка такси поготовила и говорила. Мотка, мы потом тебе все дадим. Смотри, у нас парусник сделан. Держитесь, держитесь, главное, не киндер-яичко требуйте. Танцевать. Полицаев. Полицаев танцевать хочешь? Даш, ты видела, как парусник поменял быстро местоположение? Это рулить? К штурвалу? Как рулить? Сейчас как вам рулить? Расскажут, как рулить. Вот, руль, вот. Как рулить? Бери руку. Держи. Все, так, посидишь. Ну, тут вправо, влево, и будет меняться курс. Дашуль, ты молодец! Ой, Даш, аккуратно. Аккуратненько, зайчик. Как поворачивать? Так поворачивать. Дашуль, мы едем, куда ты нас везешь? Обратно в бухту? Серьезно? Почему, солнышко? Ты что, считаешь, что наше путешествие уже закончено? Ты накаталась, моя хорошая? Тавличка потом дадите? Конечно, дадим. А я на носу яхты. Классно. Рыбаки ловят рыбу. Их так много. Они такие маленькие обычные лодочки, но, видимо, каждый сам себе выезжает. Я думаю, не уверена, что из Днепра рыбу можно кушать, правда. Девчонки, у вас да? Тихий час, я смотрю. Так, а наработалась. Наработалась? Капитан, ты отдыхаешь? Капитан. Капитан. Talk to me, please. Ты отдыхаешь, любимая? Девчонки, вы как на Титанике, да? У-ху! Я лечу, но в нашей ситуации плыву, наверное, скорее всего. Ну классно вообще, ты что? Да. Слушай, я держусь за парус, и так качает вообще. Да? Да. Мама! Вам может и хорошо, меня реально укачивает. Ух ты! Девчонки, а как вы танцуете, полицаев? Даша устала. Мы долго ждали, Даша устала. Мы что, нырять собрались? Да, да, уже готова. Даше не хватает тут развлечений каких-то. Да, да. Даше стало скучно немножко. А ты, Даша, что делать? Спряталась. Куда? В свой дом. Смотрите, посмотрите. Пригласишь меня к себе? Можно пройти? Проходи, это мой дом. Хорошо. Я так загляну. Ага. И чего ты тут делаешь? Ой, тут я что-то не могу разобраться. Что тут, чье что, тут? Да? И что, тебе не скучно в этом доме? Ну, я тут сад попиваю. Начала наклонять, шатать. Ого! Ого! Даша спряталась вниз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это экстримчик. Ага. Даш, нравится? Да. Держитесь! Мы очень круто поворачиваем. Мы порывчик такой поймали, чтобы подальше выйти. Порывчик поймали, чтобы дальше выйти. Готовьте, девчонки! Ой! Поворот! Дашуля, мы причаливаем, будем выгружаться сейчас. Дашуля манекен. Он сказал, я манекен, я не разговариваю.
Даша, ну просто давай хоть скажем просто всем пока. Пока, ставь лайки, подписывайся на наш канал. Ника мне с Дашей сегодня. Подписывайся на канал My Day, да? Да. Дашуль, всем пока. Всем пока. Полковаться, вылезаем, да? Ага. Сейчас я буду помогать, потому что, я не знаю, будет... Давай. Снимать будет? Давай. Давай. Да, давай. Так, подожди. Не знаешь, как мне надо сделать? Мне упор надо куда-то сделать. Если я вот сюда сделаю упор... Подожди, не, я не удержу, мне реально могу упасть так. Подожди, как же надо? А возьми просто в руки, да и все. Да я не смогу, нет. Давай. Все. Мальчик, спасибо. Все, спасибо вам большое. Все, ничего не